Co, zagruzdeczka, co ja mżeli? Ух. 27 апреля будущего года. В реале-то у меня сейчас 20 и сентябрь. Так, с кем мы играем? С Козенца. С Козенца, да? Сейчас движено. 27-го. 27-04 дома Лиги Чемпионов, 30-го тоже дома First Division. 30-го. Тут 27-го, 19:45, 27-го, 19:45, Козенцы, так, полуфинал Лиги Чемпионов, держу в курсе. Пенальти, ворота Болонья. Сейчас секундочку посмотрю. Брагимович дубль. Так, возвращаемся в ЦМ. Фулхэм чемпион Англии, нет. Фулхэм чемпион второго. Поздравляю, кстати, команду Фулхэм. Я тоже на Пефле с Фулхэмом выигрывал First Division, да, второе после. Так что все нормально, да. Фулхэм рулис. Фулхэм рулс. Пефл, привет. Так. Ну что, у меня игра с Гентака. Генк играет с Гертой. Так, Генк. Генк из Бельгии. У них нормально. У них один, два игрока всего не серых. Ну, конечно, Герта выиграет. Герта вторые в чемпионате Германии. А мы первые. Ну, у Герта 59, у нас 66 очков. Так, а Козенца вторые в серии А. Серии А. Вот Милан, вот Интер, вот Ювентус. Причем все они вернулись, да? А предыдущие годы их так поразбрасывало, что ого. Так, Мирал, Интер, Ювентус. А где еще Рома и Парма, например? А вот их-то как раз и нет, да? Вот Парма, а вот Рома, а вот Лацо. Ну, как бы тут уже отличие от Реала. Игра началась в 2003 году, в июне.
этой игре с Дженуа они практически похоронили свои шансы, да, на. И да, и у Дженуа еще и матч в запасе. О, то есть они теперь точно будут биться за вот это по пифловски сейчас. Да, так рассуждали. Сука, да, пифл меня не отпускает. То, что касается вот футбол-менеджеров. Будущая игра у них на выезде с Малонией. Так, ну где-то в Италии там сидит своя пидорашка. Клубе. Так, ну что, я посмотрел на команду. Казинс. Так, нажал на Past Meetings, по-моему, ни разу мы с ними не встречались. Нет, встречались. Суперкубки 18 года. Выиграли у них 2-0. Айлман Голд. Они играли 3-5-2. В суперкубке. В сентябре 21 года, так они чемпионы, что ли, этой там своей? Подожди. Нет, они нет, а почему я с ними играл? Потому что они УЕФА выигрывали. Ага. Сентябрь 21 год, сентябрь 3. Трик Сеголя. Суперкубок. Ну что ж, Сеговия, забивай этим самым казенцам еще раз, друг дорогой. Да. Сыграет, потому что у него все хорошо с подачей угловых штрафных, да, вот у него вот поэтому будет играть Хайнрих центр. Ох, как все сложно. Так, Шрёдер, Лучено, да ладно. Так, Мэр, Фьори. Все матчи незаменимы. Шмидт еще более незаменимый. 38 один. Среди не так, что до Сильва и Лима. Скорее да. Да, я так и будет. Так, в нападении, значит, Сеговия помнит, как забивать. А все почему? Потому что у него Клистерса травма. 4 месяца. Повреждение позвоночника. Здоровья пожелаем.
Так. Да, поехали. Thank you.
это пиздец какой-то. Потому что это какой-то пиздец у меня на моем поле, блядь, на своем поле. Мы 0-0. Так. Ну, Герта предсказуемо выиграла. Девятка. Черт побери. Нирова рест, Коста да Сима. Ну, черт побери, сейчас играть два дурацких тура чемпионата, чтобы потом сыграть ответочка на гостях, да?
с Фрайбургом, который на пятом месте. Тоже неплохо. Ничего себе, вот это дыр-дыр был. 29 декабря 21 года, это же совсем недавно, последняя игра 21 года. Почему мы дома так плохо играем, блядь, с ними? Ладно, конфликт. Не дома. First Division дома. 2-0 победа. First Division ничья, блядь. Ну-ка, посерьезочке. Кстати, долго не играет. Дисквал, да. Виола, да, пускай поиграет в Хаймерха 95, пускай Виола поиграет, но проблем. Шрезер. Так, МР. У Фьюри, да? Ну, давай Пиральта, соточка. Шмидт, нет, Шмидт играет. Что же Рамирес-то так плохо играет? Ну давай Чинчи тогда в основе выйдет. Ну это, блядь, это что будет? Ченчи будет играть в основе, блядь. Ну, Рамирес очень плохо, блядь. Сука, я ему доверил предыдущий матч. С Фрайбургом. 4-4-2 играет. Леонард, Смилс, Смилс. Вот какой-то не тот Линстрем, да? 24 года. Так, мы играем дома. Ну, Фрайбургом, Хайфатакин. Все, ничего не меняем.
Господи, что ж так плохо-то все с защитой-то? Провел весь матч. Так, ничего себе, я тут понабрал себе бесплатных игроков, блин. За 1.8 он тупо был. А куда их девать потом? Не знаю, можно, конечно, до упора играть, пока игра не сломается. Будет интересно тогда. То есть это уже абсолютно не неймы будут. Update.
жаловался, я, короче, на ЦД, на Герта С, он своим мистером из Вуркверда. Так, ну давай, на третьем месте. Months and a broken leg. Карл Фишер. Здоровья пожелаем. Что у меня начало такое с... Ну что, мало физиотерапевтов? Тоже уже чемпионс.
месте, мы на выезде. Блин, да что ж у нас... Почему такое сложное расписание, блядь? Что это? Что происходит, блядь? Аугсбург, Розен... Ау... Стадион. Розенау, стадион. Аугсбург. Алло, алло, раз, 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 два, три, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. А что-то все очень плохо, да? Так. Алло, алло, раз, 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 два, три, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Все очень плохо, да? Так. На то 50-44 минуты бусиком играть. А Аугсбург, то это город рядом совсем с Мюнхеном, да? Ох уж это, ой, дерби, 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 да? Так, и вот он, что ли. Так. Еще на то 50-44 минуты бусиком играть. Нет, Аугсбург пока все равно. Плохо, я почему-то ни хрена не слышу. Раз, два, раз, два, алло, алло, уже. Ой. Не знаю, со звуком какие-то проблемы. Скорее всего. А подожди, а какие могут быть проблемы? Раз. Стоп. Да нет, все нормально. Раз, раз, раз. А, у меня вот устройство воспроизведения вообще почему-то не захватывает, да, не работает. А как это работает? Что мне нужно сделать? Да, у меня похоже что-то со звуком. Звук, звук, алло, раз, 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 два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Вообще ни хера не слышно. Ну и ладно. Это такое ASMR, да? На выезде с командой Аугсбург будем играть. Стефан Кух. Подожди, еще знак. Встречались мы с командой Аугсбург, ну, немного, да, все три раза. Friendly не считаем, German Cup second round. Мы выиграли у них. Так, First Division выиграли в феврале 22 года. 2 февраля 22 года. Февраля 22 года. Я же даже могу посмотреть, что ты кого там ставил. 2-2-22. Не играли форм плюс, да? Еще
тяжело-то дается еще с этим матчем. Поехали. Аугсбург. У себя дома играют. 3-2 латерали, 3-2. Очень интересно, конечно. Вот наша это репетиция, так сказать, да, смотри. One flanks. One half attack counter. Сидим спокойно. Thank you.
Окей, это их личное дело. Герта выиграла. Альцбург остался четвертым, кстати. Сарбюкен проиграл, остался на третьем. Альцбург поменялся. Четвертое. Пятое. Фрайбург проиграл, остался на пятом. Пьян поднялся на шестое. Oh, we are the champions, my friend. Герте уже нас не достать. Это хорошо. Но у меня вообще-то ответка ЛЧ впереди. Это winning the 20th consecutive first division championship. Первый из них уже был, когда я пришел в клуб, поэтому это мое 19-е чемпионство подряд. Это замечательно, но мне же нужно что? Мне нужно сыграть ответку ЛЧ после 0-0 дома. После 0-0 дома. Пум-пум-пум-пум-пум. Поэтому я предлагаю кого-нибудь похвалить. С Вердером 14 с 8. Да, очень интересные матчи будут. Так, у меня что тут веселого будет?
посмотрим. Так, вот наконец-то Сынгуем вырывается нам. Хайнрих. Так, Сегови и Хайнрих, да?
Так, ну что, казанца, ответочка, ответочка в гостях, ё-моё. Сейчас попутешествуем с Google Maps. Так, ну что, с казенцей будем играть, да? Так, в серии А не сыграли ничью. Выиграли и проиграли. Сразу после матча с нами проиграли Болонье, которая на 13 месте. То есть типа они прям выложились, да, матч с нами. Потом с Варадзяной, которые на 15-м они выиграли. И с Риджаной на 17-м сыграли в ничью. Снова экономят перед нами силы, суки. Ой-ой-ой-ой-ой, то есть им уже не догнать Дженова, но они хотят оторваться от Милана. Так, ну то есть все, да, у казанцев все брошено на этот матч. Еще раз, как мы встречались с командой казанцев. В Суперкубке в 2018 году мы у них выиграли. В Суперкубке в 2021 году мы у них выиграли. То есть они выиграли Лигу Европы. Мы Лигу Чемпионов. И вот, вот, так сказать, 27.04, 2-3 недели назад, 2-3 недели назад. Там-там-там-там. Так, и теперь мы будем играть с Козенцей на их штадионе Сан Вито Козенца. Мы полетели по путешествиям с Google Maps снова. Попутешествуем с Google Maps. Да, спасибо, спасибо. Это не поклонник. Так, я забыл уже название. Сан Вито, да? Сан Вито Козенца.
пересечь. А что нам нужно пересечь? Австрию? Нет, Лихтенштейна, ну вот такусенький. Что там есть? Подожди. Так мы напрямую, блядь, мы напрямую в Италию или через Австрию? Нет, через Австрию. Вот же она, Австрия. Так, может полетаем? Нет, Google говорит, что не летают самолеты. Итак, вот она, Сан-Вито. На подъеме, так сказать, сапога. Да нет, ну вот если носок, пятка, вот это вот все. Видели мы вашу Италию сапог сапогом, да? Так, вот она, Козенца. Вот он, Сан-Вито. Тут горы, горы, горы. Боже мой, Италия, какая же ты вся горит. Блять, как же вы там живете, блять, у вас одни сплошные горы. Вот это стадион. Ну вот реально такое я вижу вообще впервые. Вот просто в первый раз такое вижу. Так, где город Козенца? Да, вот это как-то мне более кажется правдоподобным, да? Так, все это, конечно, лирика. Вот, а может быть, мы уже пойдем к выбору состава, да? Синяя, что-то мне больше нравится, чем это. Ну тут Хайнрих точно должен играть, потому что он подает у меня стандарты. Хотя Шредер играет как кусок говна, да?
Ури. Шмидт. Что, с Иговией Ченча будет играть? Не Рамирес, да? Ченча будет играть. Ведь он же забивал. Так, с Иговией. Ну, Рамирес давно не забивал, да. Ну, давай так. Поехали. Казань, 4-4-2. Сантус Лесу, Гайда, 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 что-то знакомое, нет? Нет.
Ретравма, ёперный театр. Ну как так можно было? Что-то вдруг у меня что-то посыпались травмы. Не буду менять контры, дефенсив, лонг флэнкс. Все, прекрасное, блядь, у меня настроение. Выиграл. Выиграл, прошел, блядь, сука, в финал. Все, харе. Шрёдер, да, блядь, пятерка. Я и понять не могу, в чем, блядь, сука, дело. Почему у меня CDF-ы получают настолько низкие оценки, блядь. Что, блядь, что происходит, блядь? Ну, Герта, конечно же, прошла Герта, блядь. И у нас финал, блядь, с Гертой. А Герта это, блядь, суки, которые на втором месте. Вот, вот это, блядь, финальчик будет, а? Держу в курсе, блядь. Ой.
to the final. Ура! Так, UEFA Cup, second leg. Очень интересно. Франция, Италия, Испания, Португалия. Испанская команда Эстремадура отлетела от французских Кан. И итальянская Дженуа отлетела от португальских Санбо. Что-то для Италии как-то не айс, да? Я прошел итальянскую команду, UEFA Cup итальянская команда улетела. А я на Пьефле играл в Италии за Парму. Ну, привет, Пьефл.
Так, я, конечно же, откажусь. И посмотрю, что это за перец. Ну, такое. Так себе, да? Кайзерслаутерн, который на 9 месте. Блять, а где у меня игры с командами, которые там 18, 17, блять, 16, где, блять? Где они? Дома. С Кайзерслаутерн. Всего два осталось. С Кайзерслаутерном мы встречались 40 плюс раз, да, хотел я сказать, и угадал. Последняя встреча. Мы выиграли у них в гостях в январе 22-го, 22-го. Так, френдли пропускаем дома. Ничего, в гостях проиграли. В гостях выиграли. Так, что-то я часто как-то в это последнее время проигрываю, блядь, всяким любым командам. Что-то постоянно проигрываю. Что за фигня? Так. Дома. Что за вещь?
Так, два матча чемпионата, потом финал Кубка Германии и финал Лиги Чемпионов. Очень весело все будет. Очень будет весело. А, вот, кстати, держу в курсе. А я же уже чемпион. И мне уже никак рекорд по очкам не набрать. Юперный театр. Я-то парюсь, блядь. Твою ж налево. Да вот же у меня как будут играть, ребята. Быстро здоровья пожелаем. Казахстан, Казахстан на 9 месте. Казахстан на 10, ну и что лучше, что? Так, Дебур. Так.
ничего для меня не значит, потому что я уже чемпион. Кайзерслау там мне по барабану. Просто знакомых начинаю. Я думал, ты... Я его перепродал. Так, короче. Так.
как они все отлетели-то. Так, воскресенье, German First Division, 13-е с 12-м играют. 13-е с 12-м. 13-е с 12-м. И не только что мы обменялись местами. Да, Эссен улетел. Эссен улетел. Седьмое место. Так он уже там будет бороться за зону УЕФА. Да, вот это Хайсли, конечно, проебал, я скажу. Да, как тут все. Как же у тебя там все музинка, да? Да что ж такое? Испаньол, чемпиона, Реал Досвидули. Вот такая вот она реальность 22 года. Сейчас подойду.
Thank you.
Ну, как он нам же там же это не сажать. Свой нам играть. First уже тут раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять матчей одновременно. Так, German Cup 28-го нам играть. 14.
Так, away с ХСВ. И потом финал Кубка. И финал Лиги Чемпионов.
остальные. Так. Уже не нравится. То есть мне сейчас нужно дать шанс на их, которые типа основные, и этим шанс вот так, вот мне уже не нравится. Так, Шмейхер пускай играет, да. Так, я, например, вот так вот бы сказал. Чтобы мне дать какой-то шанс, я бы вот так вот сказал. Дальше.
Лучина Шрёдер. Это те, кого я считаю основными своими защитниками, но у них при этом самая низкая оценка. Самая низкая. Очень смешно. Очень смешно. Целую неделю.
Ничья в последнем туре.
следующий я начну играть в 2003 году за Манью. Так, The Season. Русич. Goal of the Season. Thank you.
28 у меня German говна. Да, надо завязывать. Да блин, ну камон, ну какой сейф-гейм? Ну я же сейчас буду делать сейф-гейм, ну. Так, все, короче, сохраняемся и уходим, потому что что-то мне уже хочется спать.